Лидеры Германии и Украины обсудили по телефону вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента. Ангела Меркель и Петр Порошенко подчеркивают недопустимость проведения на оккупированных территориях парадов с участием военной техники. Отмечают важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля, а также необходимость освобождения заложников. Кроме этого, немецкий канцлер рассказала об итогах своих переговоров в России 2 мая. Политики почтили память погибших во Второй мировой войне. Немецкий канцлер отдельно высоко оценила роль украинцев в борьбе с нацизмом.